В районе Шалакына успешно продолжают реализовывать проект «Бастау Бизнес». В прошлом году по государственной программе прошли курсы и получили сертификаты 65 человек. Подробности далее. Танат Садвакасов среди тех, кто воспользовался поддержкой государства и сейчас успешно развивает свое дело. Житель Сердеевки прошел обучение по программе «Бастау Бизнес» в прошлом году. После этого Танат смог оформить под низкий процент кредит в размере 6 миллионов тенге на открытие продуктового магазина. Я, получается, работал бывшим электриком. С 2017 году, получается, произошла производственная травма. Я как стал инвалидом третьей группы, и я где-то в течение года был дома, безработный. Ну и в это время как бы пришла идея, супругой посоветовались, а что бы мне открыть типа магазин. Ну, она меня поддержала, родственники поддержали. Бизнесом Танат занимается вместе с супругой. Раушан Садвакасова до открытия семейного дела трудилась на протяжении 15 лет в области медицины. О смене профессии не жалеет, а даже наоборот, девушка рада поддержать мужа в его начинаниях. Я работала в медицине в течение 15 лет. Конечно, в глубине души еще есть трепет, тянет, конечно, к своей профессии, но... Решили поддерживать семейное, как сказать, мечту. Конечно, первый месяц для меня было тяжело, как бы я в этом деле новичок, но вникла, поняла. Курсы «Бастау Бизнес» будут продолжены и в этом году. В районе Шалакына планируют обучить азам предпринимательства около 80 жителей. Кирилл Потемкин, Нурбол Балгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.